Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии задержали 28-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотических средств. Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии психотропного вещества, фасовал их и делал закладки. Он был задержан, когда пытался оборудовать очередной схрон с наркотиками. При личном досмотре у него изъяли 25 свертков с амфетамином общей массой около 125 граммов. Также изъято содержимое 71 тайника с закладками. Что в свертках находится? Амфетамин. Кому принадлежит амфетамин? Кому принадлежит амфетамин? Не мой. Твой. А для чего он предназначен? Для чего? Он тебе? Раскладывал. Для последующего сбыта? Что но? По месту жительства злоумышленника обнаружены свертки, электронные весы и упаковочный материал. Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий у задержанного изъято около 400 граммов амфетамина. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу.